Так, добрый день в эту солнечную, только здесь в рассаднике погоду, а на улице облажные дожди. Надо зафиксировать уже перед высадкой все свои косяки. Хочешь не хочешь, а надо озвучивать, дабы потом не повторять. Ну, тут я просто хотел бы рассказать, сколько там их я натворил здесь с рассадой первый раз в своем опыте в таких масштабах, сколько смертных грехов сделал. Так, ну, для начала надо было, блин, конечно, садить все это дело не дома. Ну, благо этот способ пикировки, я ее спикировал после того, как высадил в комнате у детей, попикировал в кассеты. Места было мало здесь, где лампы сейчас висят. Вот это вот место и было здесь у меня в кассетах. Сверху пленка накрыта, как маленькая тепличка в теплице. Ну и там куча грибков. Ну, жарко, влажность, как бы я не сушил, не проветривал, она в кассетах тоже потянулась, переросла влажность. Температуру сильно не по конкретную не сделаешь. Появились грибковые заболевания там. То есть я квадрисом пропшикал, привикуром. И попикировал в стаканчики. В стаканчики попикировал. Ну, такой, думаю, привезли мне два маза перегноя. Ну и говорят там, этот перегной уже ему лет 15-20 лежит с совхозных времен, с колхозных. Говорит, бери. Ну, я читаю, что перегной, навоз, который пролежал под дождем там лет 10-15, в нем уже ничего нету. Чисто как идет наполнитель. Вот, ах ты, блин, с такими вот жучками тоже недостаток. И я беру этот перегной. И процентов, наверное, блин, 80 я его. Это точно. Ну, 50 точно. 50 на 50 с торфом. А то, может, и больше. Ну, смотря где как получалось размешать. Я его втюхиваю в торф. У, халява. Халява, ё-моё. Сколько торфа. Органика. Корневая система будет дышать. А нет. Оказывается, потом уже, когда я ТДС метром померил, болтушку сделал, там пытался ее еще много раз разбавлять. Болтушку сделал. А там, оказывается, я думал, кислотность большая. А дело не в кислотности. Дело не в pH, дело в солевой нагрузке. Откуда там все эти минералы, соли, я не знаю. Ну, тут на экране, когда я сделал болтушку, показала error. Ну, то есть там вообще максимальное количество соли, которое он даже считать не может. И начались некрозы. Вот он, пожалуйста. Оп, чик, отпал. Просто отпадает. И получается, что сама вегетативная масса, она, да, там, кстати, под белыми лампами, почему-то вот здесь лопухи побольше, чем под днатом. Там под днатом, может быть, что-то как-то вот под днатом они стоят, но я уже их слепил вместе, уже не стал, сейчас надо перед высадкой, ну, короче, высадить их надо. Ну, куда уже, я не знаю, вот это вот, наверное, обрывать надо, цветение. Я в том плане, что, как у огурцов, вот с огурцами на самом деле проще. Как у огурцов, взял, оборвал там 3-4 для развития корневой, 3-4 плода, и все. И корневая пошла, а у томата, наверное,
таких фишек лучше не делать. Ага, и вот они, значит, отпадают, нижние листья. Да, может быть, надо было перевалку сделать, пересадить. Но я думаю, уже буду садить. Там в некоторых полевод есть. Ну, ужас, что творится, а. Пиздец. Говорят, что здесь, в горшочке, значит, когда максимальная солевая нагрузка, это понятно, он в генеративной стадии сейчас. То есть он, ну, у него вегетации нету большой, он в генеративной стадии. Ай-яй, блин, как грубо я его. И здесь, когда высаживаем в грунт, отсюда корень начинает вылазить и переть. То есть уже пошла там вегетативно-генеративная стадия. То есть, ну, как-то, в общем, он из-за того, что он здесь сидел в солях, в больших концентрациях ЕСИ, он потом там, якобы, в грунт, когда пересадишь, подпрыгнет как бешеный. То есть выскочит. Ну и получилось так, что все листья нижние отпадают. Все листья нижние отпадают. И получаются вот такие вот, он, допустим, они обламываются. И он получается вытянутый. Вот такая бандура получается длинная. Ну куда, ужас. Тут еще вот и повыше есть. Ну это, кстати, вот дед Над. Ух, без слез не посмотришь на него. А здесь, где диодные лампы, в них большой недостаток, что их надо много лепить. Тут лопухи. Вот что интересно, тут вот вегетация прет на диодных лампах. Тут как бы вот есть о чем поразмышлять. Вот оно, лопухи такие, в принципе, классненькие. Под... Угу. Это я уже сам склеивал. На этом видео у меня было на алюминий. Тут вот налеплял платы эти. А, и, значит, вот до веточки дотонемся, так вот. Помните? Она, ну, она вот-вот сама отпадет. То есть я ее до того в генеративное состояние ввел, что надеюсь, что когда я в теплицу переведу, там в вегетативное состояние он быстро перескочит. Ну, я тут их уже поставил, уже, ну, места нету на них. Думаю, ладно уже. Первый, блин, комом. Пускай тянутся. Вот они у меня тут потихоньку тянутся. Ну, пожалуйста, вот чем ближе лампа, оп, и какие лопухи. Как бы я тут его не долбил солями. Ну, ага, значит, потом монокалий фосфат. Ну, а ну давай монокалий фосфат по... добавлю там, хоп. Но я ЕСИ высматривал, чтобы монокалий фосфат там. Два раза где-то я лил сюда монокалий фосфат. И вот последний раз, думаю, так, это же усвоения нету, нету кальция. Дам я кальцию. Кальция 10 грамм на 10 литров получилось. Ну там ЕСИ было где-то 1,8. Вообще лист пошел... Вот здесь вот у меня, кстати, одну плату я случайно просверлил саморезом. Вот. И здесь не досвечивал все это время. И здесь лопухи, вегетативная масса вообще такая маленькая. А здесь, вот здесь досвечивает. Видите, что творится? То есть тут как бы с лампочками тоже как вариант на будущее. Для томата. 6500 кельвинов. Там синий спектр. Оп. И отломалась. Так, еще как я их ушатывал. Что я им делал? То, что да, я навозу туда набахал. Оказывается, там солевая нагрузка, т.д. и т.п. Потом подсаливал еще удобрениями. Монофосфат, кальций. То есть, ух, как я его прижал, бедненького. Кстати, замечено, что Pink Paradise более, ну, нежный такой он. То есть, вот эти все, которые длинные стоят, это все Pink Margary. Да, Pink Margary это, ну, все равно лучше два гибрида брать там, чтобы для себя хоть как-то разницу увидеть. Тем более первый раз высаживаю такое количество. Плюс подпортил я его еще хорошей температурой. У меня здесь была молодая капуста.
Вся эта, ну, ее надо, чтобы она проращивалась, прорастала. Да и огурец вот тоже там. То есть мне надо там, чтобы у меня было хотя бы, ну, 22-21. Я уже томатиком бедный. Им холод надо, я их 22-23 было, а по дню понятно, что и побольше. Но я как мог форточки открывал. В общем, я их еще температурой жбахнул. То есть жарковато им. Ну, тут явные вот. Вот явные недостатки кальция. Если видно, вот верхние части посветлели. Ну, я из-за этого кальция дал. Ну, по листу я давал кальций, тоже брызгал. Где-то, ё-моё, уже он цвести скоро будет. Под лампочкой, вот что интересно, тенденция какая, под диодной. И я, значит, температурой, еще вдобавок добавил температурой. Еще в том году пару кустиков там забыл томата. Как-то был на оптовом, купил рассаду. Там жена пользуется. И она ее не выращивала, и я там. И вырос томат. Ну, я и не прыскал его ничем. Ну, он так и сдох, его сожрали там. Ну, думаю, ладно. А оказывается, тута поселилась здесь. И пожрала тут тоже. Проснулась она по весне у меня и начала жрать тут всю, все, что могла. Опыта нету. Смотрю, в листочках черви лазят. Ёптать, это что-то. И пошло, помчалось. В общем, я тут его похимичил. Трехкомпонентный. Вот эта вот ловушка. Это, ну, шашель, блин. Надо покупать нормальную. Я беру, намешиваю трехкомпонентный состав. Авант. Что там у меня еще было? Ага, аванту я добавил. Карагену. А до этого амплига обрабатывал. У меня где-то амплига, блин, литруха еще есть. На молодую капусту хватит. Потом я второй раз, там через недельку-полторы. Амплига, кстати, сработал. Ну, черви, короче, как получилось. Смотришь так по кустам. Он вылез наружу, и на листиках снаружи эти черви начали корячиться. То есть, ну, амплига сработал. Не знаю, резистентность у них на амплига выработалась. Нет, но я потом через пару недель жбахаю трехкомпонентным составом. Авант и... Где он? А, тепеки. Авант, ну, тепеки от белокрылки, авант и караген. Ну, там прилипатель. Что-то еще туда добавлял. Прилипатель. Подкислял воду, наверное, нет, не подкислял. Ну, короче, смысл в чем? Потом я уже смотрю, есть такие эффекты, когда слишком концентрированный фунгицид, инсектицид, фунгицид, если бы я еще и фунгицида бы добавил к этим всем трехкомпонентам, так еще вообще бы поприпалило бы несчастную рассаду. Вот это вот, он такой слабенький здесь. Pink Paradise. А вот есть мощный, ну, Pink Margery. Ну, как мощный. Не, ну, я вот сейчас смотрю, да, в генеративной фазе она, рассада конкретно. То есть, я представляю, что будет, если она хапанет азоту с каким-нибудь в нитратной форме удобрением. И я попалил листик. Попалил лист просто трехкомпонентным инсектицидом, то есть намешал там, жахнул эту туту и жахнул еще, наверное, по общей. Тут понятно, и так общая урожайность томата уже под вопросом. Тут хотя бы выгнать две кисти после такого стресса, как он здесь у меня пляшет. Ну, как опыт, полюбляем экспериментировать. И получается, что я еще жахнул инсектицидами, и лист еще подзавял. Блин, думаю, как говорит Пучков, ну дебилы. И сама фишка в чем при выращивании рассады. Отдельное помещение. Вот культура есть, вот как я мечтаю. Культура есть, томат, допустим. На следующий год
Там мне в теплицу в эту вмещается там 2000 штук. 1500-2000. Ну, 1500 по весне. Все, отдельное помещение. Отдельное помещение, специальная температура. Желательно стабильная температура. Ага, этот отсек там под томат. Этот отсек здесь потеплее. Горячая труба пошла, там дымосос. Все. Это отдельное помещение под огурец. Там еще у меня третий корпус может вместиться. Там пространство позволяет во дворе. Молодая капуста, ее там отбивать. То есть нельзя несколько культур. Ну как, можно, понятно, гибко. Ну блин, не то. Ну томату, ну не надо столько ему вытапливать. 16 градусов держи днем. Я думаю, ну сильно в стрессе он. Ну 17 там. По ночи там поменьше. То есть, ну... Вот. С рассадой поаккуратнее надо. Тем более столько вложено по свету, по досветке. Вошкотня, труд, время. Потом, ну вот это разве рассада? Посмотришь у людей... Все четко. По урожайности, я думаю, уже процентов здесь 50, наверное, потерял. То, что могло мне выдать эти 1000 кустиков. То есть я уже плюнул их, слепил в одну кучу. Расстановка. Какая тут расстановка? Они... Не, ну лампы, конечно, тут выдают. Интересный эффект. Не ожидал. Так. Может быть, что-то забыл, чем я еще его убивал. Ну, пользовался дождевой водой в последнее время. То есть, дожди идут, там ЕСИ вообще никакое, нулевое. Подмешал вперед проливать. Сейчас вот перед высадкой надо, наверное, что-то тут им антистресс какой-то дать. Ладно, надо будет. Ну, такие вот дела. Ладно, вот она, падла, летает. Тут абсолютно ловушки надо нормальные. Все это фуфляндия. Так, ну все, я покаялся в своих смертных грехах. Зафиксировал. Надеюсь, лет через 10 как-нибудь посмотрю, как свои старые видео в YouTube, и буду сам над собой смеяться. Так что никогда не повторяйте такие дебильные поступки. Ладно, всем удачи, всего доброго, до встречи.